Hare Krishna, everyone. Hare Krishna всем. Thank you for attending my humble seminar. Спасибо за то, что вы пришли и посетили мой смиренный семинар. I know you have a number of choices that you could choose from. So. Я знаю, что у вас был достаточно большой выбор. I'm humbled that you decided to come to hear me speak. With my illustrious translator. Я рад, что вы пришли послушать, что я буду говорить с вот этим переводчиком. So the seminar originally was about the sacred rivers of India, but I'm going to continue with a theme that I've been speaking on for several months now, and that's the pastimes of Dhruva Maharaj. Итак, семинар изначально был посвящен священным рекам Индии, но я буду продолжать говорить на тему, на которую я даю лекции последние несколько месяцев, и это Друва Махарадж. On the Polish tour, summer festival tour, we were speaking on the fourth canto, chapter 8, Dhruva Maharaj leaves home to go to the forest. На летнем туре в Польше мы говорили из четвертой песни, восьмой главы, о том, как Друва Махарадж возвращается домой. So we're actually up to text 44. И мы вплоть до 44-го текста. Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Om namo bhagavate vasudevaya. Pranayamana trivrita panendriya manomalam shanair vyud dashabid dayan manasha guruna gurum. Translation: after sitting on your seat, practice the three kinds of breathing exercises and thus gradually control the life air, the mind, and the senses. Completely free yourself from all material contamination and with great patience begin to meditate on the Supreme Personality of Godhead. Перевод текста. Сев, практикуй три вида дыхательных упражнений и так постепенно научись контролировать жизненный воздух, ум и чувства, полностью освободившись от всяческого материального осквернения, с великим терпением начни медитировать на Верховную Личность Бога. Комментарий в Божественной Милости от Чхабхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. В этом стихе описан вкратце, просуммирован весь процесс йоги, и особое внимание дается здесь дыхательным упражнениям для того, чтобы остановить беспокойный ум. Ум по природе всегда колеблется и очень непостоянен, но дыхательные упражнения предназначены для того, чтобы научиться контролировать его. Этот процесс контроля ума мог быть очень эффективным и возможным в те дни, миллионы лет назад, когда Друва Махараджа принял этот процесс. Но в настоящий момент ум должен быть сосредоточен непосредственно на лотосных стопах Господа благодаря процессу воспевания. Воспевая Хари Кришна мантру, человек тут же сосредотачивается на звуке и думает о лотосных стопах Господа. И очень быстро человек может подняться до положения самадхи или транса. Если человек продолжает повторять святые имена Господа, которые не отличны от Верховной Личности Бога, то, естественно, его ум погружается в мысли о Господе. Здесь Друве Махараджа рекомендовано, что он должен медитировать на Верховного Гуру, Верховного Духовного Учителя. Верховный Духовный Учитель — это Кришна, который не отличен от известного в сердце аспекта Параматмы Чайтья Гуру. Это сверхдуша, которая пребывает в сердце каждого. Он помогает изнутри, как об этом говорит Бхагавад-гита, и он посылает нам духовного учителя, который помогает извне.
Духовный учитель является внешним проявлением чайтия гуру или духовного учителя, пребывающего в сердце каждого. Процесс, благодаря которому мы можем отбросить все мысли о материальном, называется пратьягара. И он предполагает освобождение от материальных мыслей и занятий. Слово «абхидхьяет», которое использовано в этом стихе, означает, что до тех пор, пока ум не сосредоточен, человек не может медитировать. Подытоживая, поэтому можно сказать, что медитация предназначена для того, чтобы думать о Господе внутри своего сердца. Пришел ли человек к этому благодаря, к этой стадии благодаря системе аштанга-йоги или методу, рекомендованному в шастрах, в особенности для нашего века, то есть благодаря постоянному воспеванию святого имени Господа. Цель медитации — это Верховная Личность Бога. Ома гьянти медандасья гинан гина шилакая чаксуни милитам джанатас май сигуру венамаха Шри Чайтанья Манобиштам штапитам джанабутале швайам рупакадамаям даданте свападантикам Джай Шри Кришна Чайтанья Пабу Нитьянанда Шри Адхайта Гададхар Шри Басади Говар Бхактивриндам Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. So as I mentioned, the last couple of months we've been speaking from this particular chapter of Srimad Bhagavatam. Как я уже отметил, несколько последних месяцев я давал лекции на тему этой главы Шримад Бхагаватам. Entitled Dhruva Maharaj Leaves Home for the Forest. И она называется «Друва Махараджа оставляет дом и уходит в лес». As many of you know, Dhruva Maharaj was born as a prince in a royal family. Как многие из вас знают, Друва Махарадж был рожден принцем в царской семье. But he left it all at 5 years of age to go to the forest to find God. Но он оставил дом в 5-летнем возрасте для того, чтобы отправиться в лес в поисках Бога. It's a long story, but to summarize, he'd been insulted by his parents. Это длинная история, но, говоря вкратце, он был оскорблен своими родителями. And in the mood of a Kshatriya, because he's a prince, the hot blood, he wanted revenge. И в настроении Кшатрия, потому что он был принцем, в нем текла царская кровь, Кшатрия, он решил отомстить. So in his mind, the best revenge would be to get a kingdom that's greater than his father's. И в его сознании эта месть могла заключаться в том, что он обретет царство, которое будет превосходить царство его отца. Now that's a big challenge for a 5-year-old boy. Конечно, для 5-летнего мальчика это большой вызов. Even if one's grown up, it's a big challenge to get something much greater than perhaps your parents have. Даже если вы выросли, это достаточно большой вызов иметь или получить больше, чем имеют ваши родители. His father was in charge of a huge kingdom. He had palaces, he had so many soldiers and horses. And у его отца было огромное царство, в котором была масса дворцов и коней и всего. What's a 5-year-old boy gonna do? Для 5-летнего мальчика. I want to get a kingdom greater than my daddy's. Я хочу царство, которое будет больше, чем моего папы. Impossible. Невозможно. Prabhupada has said, though, that impossible is a word that is found only in a fool's dictionary for Vaishnavas and Vaishnavis. Но Шрила Прабхупада говорит, что невозможно это слово из словаря дураков, но не из словаря Вайшнав и Вайшнави. It appears that Dhruva Maharaj had some good association. He knew about God. Actually, his own mother, as we read in Bhagavatam, she's a very pious woman. She's actually the one that recommended he go to the forest to find God. Однако, похоже, Dhruva Maharaj получил хорошее общение. Его мать была достаточно благочестивой, и она ему порекомендовала искать Бога. So he thought, yes, I'll follow my mother's advice. I'll go to the forest and find Krishna. И он подумал, ну, в соответствии с советом своей матери, я отправлюсь в лес, и я буду искать Кришну. And he'll be able to give me a kingdom greater than mine. И он даст мне царство, которое будет больше, чем у моего отца. So Dhruva Maharaj is a famous Vaishnava, actually. Dhruva Maharaj, в действительности, знаменитый Вайшнав. It's interesting that he would approach God for that.
Но интересно, что он обратился к Богу ради этого. It's like asking a billionaire for $10. Это все равно, что просить у миллиардера $10. Right? There's a billionaire. You can go get a donation. Wow! Can you give me $10? Like, what? У миллиардера вы спросите, ну, вы можете дать мне пожертвование $10? И он, что? Better ask him for $1 million. Лучше просить уже $1 million. So the best thing that you can actually ask for from God, as we know, is we're all trained in Krishna consciousness, is simply for pure devotional service. Ну, поскольку мы обучены все в сознании Кришны, мы знаем, что у Бога нужно просить только чистого преданного служения. But then again, there's no harm in asking God for something lesser. Ну, так или иначе, нету греха в том, чтобы просить у Бога нечто меньшее. Because by having an exchange with God, one quickly realizes the superiority of God's association. Потому что благодаря такому обмену между человеком и Богом, человек может познать и признать превосходство Бога. That's really the essence of this pastime. И в этом суть этой лилы. Dhruva Maharaj was asking for something very insignificant. Dhruva Maharaj просил кое о чем, что было незначительно. When he realized Krishna, when he had association with Krishna, he immediately realized that was pretty stupid of me to ask for something mundane when I could ask God for the blessings of serving His lotus feet. Но когда он таким образом повстречался с Кришной в результате этого процесса, то он понял, какую глупость я допустил. Я мог просить его о служении его лотосным стопам вместо этого. And that mood is nicely captured in a verse from the Hari Bhakti Sudodaya. И это настроение очень хорошо передается в стихе из Hari Bhakti Sudodaya. It's a verse that many shloka walas, those who know verses, this is one of their key verses, you could say. Это стих, который используют часто так называемые шлоковалы, те, кто любят цитировать стихи, и это их ключевой стих. Штанабиласи тапасихти тохам твам праптавам девиму ниндукуям качам вичинвана пидивиратнам свамин критартошми варам наяче. О, my Lord, because I was seeking an opulent material position, другой Господь, поскольку я желал богатого материального положения, I was performing severe penances and austerities. Я совершал очень суровые аскезы. But now I have gotten you, who are very difficult for great demigods, saintly persons, and kings to attain. Но сейчас я обрел тебя, которого очень трудно обрести даже полубогам, святым и великим царям. Here's a famous line. I was searching after a broken piece of glass, but instead, I have found a most valuable jewel. И вот далее очень знаменитая строка. Я искал битое стекло, но я обрел бесценный бриллиант. Therefore, I am so satisfied, I do not wish to ask any benediction. Поэтому я настолько удовлетворен, что я более не желаю просить никаких благословений. That was Dhruva Maharaj's realization at the end of the pastime. Такое понимание пришло к Дрюве Махараджу в конце этой лилы. But here in verse 44, he hasn't realized that yet. He just entered into the forest to find God, to ask Him for a kingdom. Но на данном этапе, которого касается этот стих, он все еще стремится в лес, и он хочет обрести царство более великое, чем отца. He was searching everywhere. He couldn't find Krishna. Он искал везде, но не мог найти Кришну. Better to follow the advice of Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvati Thakura. Поэтому лучше следовать совету Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvati. God's very difficult to attain. Очень трудно обрести Бога. So he says, rather than search for God, you should try to search for someone who can take you to God. Поэтому он сказал, вместо того, чтобы искать Бога, ты лучше найди того, кто может тебя отвести к Богу. Prabhupada would explain, just like difficult to meet the president of a country. Поэтому Прабхупада объясняет, что очень трудно встретить президента страны обычному человеку. But if you meet a friend of the president, но если вы встретите друга президента and that friend takes you to meet the president, и попросите его, чтобы он отвел вас на встречу к президенту, it's very easy. То это очень легко становится. So our search should not be for God, but actually for God's representative, technically known as the spiritual master. Поэтому мы ищем не просто Бога, мы ищем духовного учителя, его представителя, который известен как духовный учитель. Да. But
how does one find a spiritual master? Ну как найти духовного учителя? It's almost as difficult as finding God because there's so many charlatans, cheating spiritual masters. Это практически настолько же трудно, насколько найти Бога, потому что в наше время существует огромное количество шарлатанов, обманщиков, обманных духовных учителей. So what to do? Что делать? You cry for help. Итак, нужно взывать о помощи. Like Rupa Goswami says in Padyavali. Как Рупа Госвами говорит в Падьяволе. Oh my Lord, I'm drowning in this fathomless whirlpool of material existence. Дорогой Господь, я путешествую по этому подобному водовороту материальному творению. Please, just this one time, extend your hand to save me. Пожалуйста, протяни хоть раз мне руку и спаси меня. Actually, the Lord is in the heart. На самом деле, Господь-то в сердце. And He knows our desires. И Он знает наши желания. He's well aware of our material desires. Он хорошо знает, о чем, какие материальные желания мы имеем. Tolerates that. И Он терпит это. Like a mother tolerates her naughty child. Так же, как мать терпит шаловливого ребенка. What can she do? She has to tolerate from 5 to, you know, 11 boys are naughty. Что поделать? Где-то с 5 до 12 она должна терпеть, вынуждена. Мальчики любят шалить. One time a mother complained to Prabhupada, "My little boy is so naughty." Однажды одна из матерей пожаловалась Шриле Прабхупаде, "Мой сын такой проказный." Prabhupada said, "That's good." He said, "In Vedic culture, if the boy is naughty, that means he's intelligent." Проказник. А Прабхупада сказал, "Ну это нормально, потому что в ведической культуре сказано, что если мальчик шаловливый, то это означает, у него есть разум." So for millions and millions and millions of lifetime, Krishna just has to sit there and tolerate our material desires. Итак, миллионы, миллионы, миллионы лет Кришна сидит там в сердце и он терпит наши материальные желания. But at that point, when we have a change of heart. This is so ridiculous what I'm doing. I want to go back to God. Но в конце концов наше сердце может поменяться, и мы начинаем осознавать: я занимался такой ерундой, смешно, я хочу обратно к Богу. Then Krishna becomes involved. Тогда Кришна начинает вовлекаться. We use the word in English, he intervenes into our lives. И мы используем это слово intervenes, то есть он начинает вмешиваться в нашу жизнь. Brahmanda Brahmati Konya Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasad, Bhai Bhakti Lat Beach. We've been wandering through the material creation, but by the causeless mercy of Guru and Krishna, they intervene, they take over, and they direct us to a bona fide spiritual organization, and there we find a bona fide spiritual master. То есть мы путешествовали, мы бродили по материальному творению миллионы лет, но по беспричинной милости Гуру и Кришна направили нас в духовную организацию, где мы можем найти истинного духовного учителя. It's not really that we find the spiritual master. Spiritual master finds us. Это не так, что мы нашли духовного учителя. Духовный учитель находит нас. It's an arrangement of the Lord. Это устроено самим Господом. Just like the mother makes all arrangements for the baby doesn't know what's going on. Точно так же, как мать заботится о ребенке, ребенок на самом деле не соображает, что происходит. So Dhruva Maharaj, he met his spiritual master in the forest. Итак, Друва Махарадж встретил своего духовного учителя в лесу. Krishna sent Narada Muni to the forest to find Dhruva Maharaj. Кришна послал Нарада Муни в лес, чтобы он там встретил Друва Махараджа. They're walking in the forest, and then Narada Muni walks up and says, "What's your name, little boy?" Он шел по лесу и навстречу Нарада Муни. "Ты что тут делаешь? Как тебя зовут, мальчик?" "I'm Dhruva Maharaj." "Я Dhruva Maharaj." "How old are you?" "Сколько тебе?" "One, two, three, five." "Пять." "What's a five-year-old boy doing in the jungle?" "Что пятилетний мальчик делает в джунглях?" "I'm looking for God." "Я ищу Бога." Narada said, "This is a very dangerous place, the jungle." Джунгли — это очень опасное место. "You should go home, go back to your mommy." Ты должен идти домой, иди к маме. So what did Dhruva say? И что Друва Свят ответил? He said, "Sir, if you can't help me find God, you should go home to your mommy." Он сказал, "Господин, если вы не можете помочь мне найти, обрести Бога, то тогда вы должны отправляться домой, к маме." So in a sense, Narada Muni was testing his prospective disciple. Итак,
в каком-то смысле Нарада Муни испытывал своего будущего ученика. Just like the disciple before initiation, he's allowed to test the guru in the sense to observe the guru and see that if the disciple has faith that this personality can take me out of the material world to the spiritual world. Потому что ученику позволено до инициации испытывать своего духовного учителя и определить, действительно ли я верю в то, что этот человек может увести меня в духовный мир из материального. And the spiritual master also has the right to test the disciple. А духовный учитель также имеет право испытывать своего ученика. Sometimes the spiritual master may not accept a disciple and a prospective disciple. He just feels that I don't think I can really take you back to Godhead, honestly. So, go look for someone else. Иногда духовный учитель может сказать, честно говоря, я не уверен, что я могу вернуть тебя обратно домой к Богу. Ищи кого-то. Ищи Ниранджан Свами. Например, ищите Ниранджана Махараджа. Читанья Чандра Чаран. Читанья Чандра Чаран. There's a period of testing. That's actually when you get the Prana Mantra. You're chanting the Prana Mantra. Then you have a more intimate connection with your prospective spiritual master, and there's time for you to decide. Итак, вы повторяете пранаму мантру, есть определенный период, и пока вы ее повторяете, у вас есть время принять решение и испытать своего гуру. You have to have faith in the spiritual master, otherwise you won't take seriously what he has to say. Вы должны иметь веру в своего духовного учителя, иначе вы не примете всерьез то, что он вам скажет. And it takes a little time to develop faith. И требуется некоторое время для того, чтобы вера развилась. We develop our faith in the spiritual master by hearing his lectures in Krishna consciousness. Мы развиваем веру в духовного учителя, слушая его лекции в сознании Кришны. We know he's our spiritual master if after hearing him we see that we become less interested in material life and we become more interested in spiritual life. That means, yes, he's my guru. То есть вы должны определить, когда вы слушаете его лекции, что вы должны почувствовать, что я начинаю все меньше интересоваться материальной жизнью и все больше духовной жизнью. Тогда да, это мой гуру. But when the point comes that you take diksha, there's no more questioning, no more challenging the spiritual master. You accept him as Krishna's representative. Но когда подходит время дикши, то уже это не время испытывать и задаваться вопросами. Вы тогда должны уже принять его как представителя Кришны. And what he says in spiritual matters, maybe not always management, but what he says in spiritual matters, you accept that as absolute truth and you're fully surrendered. И все, что он говорит, что касается духовной жизни, вы принимаете это абсолютно, как абсолютную истину и предаетесь. Не обязательно то, что касается менеджмента или каких-то материальных вещей. It makes life easy, because you don't have to speculate. Это делает вашу жизнь намного более простой, потому что вам более не надо уже измышлять. So that faith is the most important quality of a disciple. И это, такая вера является наиболее важным качеством ученика. One time I asked my god brother, and I mentioned this over and over, what is the most important quality that a disciple can have? И однажды я спросил своего духовного брата, я часто цитирую это, я задал ему вопрос, какое качество ученика, своего ученика вы считаете наиболее важным? There's many good qualities we should have, yes? Несомненно, мы должны и можем иметь много хороших качеств. Титикшива круника шуридам шарвадехинам аджата шутава шанта шарава шарабушанаха. Шарава шарабушана means a devotee, a Vaishnava or a Vaishnavi, is possessed of all good qualities because the person has become purified and the soul shines forth. Садава садубушана означает, что преданный имеет множество замечательных качеств, потому что он очищается, его душа начинает сиять многими прекрасными качествами. So of all those qualities, what is the most important? Итак, из всех этих многих качеств, которое является наиболее важным? So Tamal Krishna Maharaj said to me, the most important quality for a disciple to have is guru nishtha. И Тамал Кришна Махарадж ответил мне, наиболее важное качество для ученика это иметь гуру ништху. Faith in the spiritual master. Веру в духовного учителя. That's the main thing. Это наиболее главное. And that's shastric because there's that verse, one who has full faith in the spiritual master and Krishna, the full purport
of Vedic knowledge is revealed to such a sincere candidate. И это соответствует шастре, потому что там говорится, что когда вы имеете искреннюю веру в духовного учителя, Верховного Господа, то тогда весь смысл ведических писаний раскрывается вам. Actually, we try our best, we do our sadhana and our seva, but really, our advancement depends mostly on the blessings of the spiritual master. Мы стараемся, насколько мы можем, мы следуем садхане, но на самом деле абсолютно истина является нам, проявляется. Prabhupada все зависит от благословений. Prabhupada always begin his letters, please accept my blessings. Прабхупада часто начинает письма, пожалуйста, примите мои благословения. Both the blessings and the curse of a sadhu never go in vain. И благословения и проклятия саду никогда не остаются напрасными. Yasya prashad bhagavat prashado. By the mercy of the spiritual master, we get Krishna. Если просад Бхагават просаду, по милости духовного учителя, мы получаем Кришну. So then Narada Muni thought, this little guy, he's really sincere. Narada Muni подумал, ну этот мальчишка, похоже, он очень искренний. So I will accept him. Я приму его. And it's interesting that Dhruva, without waiting, you know, getting prana mantra, waiting 6 months and getting temple authority to sign the paper. Интересно, что Друва без ожидания 6 месяцев без рекомендации, которая подписана руководством храма. He immediately accepted Narada Muni as his guru. Тут же принял Нараду Муни как своего гуру. Immediately he accepted him as his guru. Тут же. Usually it takes a little longer. I was speaking how it takes time to get to know someone, but Dhruva, he was desperate. Immediately accepted him as his guru. Конечно, это обычно занимает немного больше времени, но Друва Махарадж тут же немедленно принял. Sometimes it happens like that. Иногда так происходит. Like our own Srila Prabhupada. Так же, как и Шрила Прабхупада наш. Before he met his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was a student at the university. И перед тем, как он принял своего гуру, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он был студентом в университете. It's a pastime, actually. Конечно, это игра. Because I heard Prabhupada say one time, there was never a moment in my life where I forgot the lotus feet of Radha and Krishna. Потому что Шрила Прабхупада сказал, никогда не было в моей жизни момента даже, чтобы я забыл лотосные стопы Радхи и Кришны. But it's a pastime. Но это игра. He was involved in the Gandhi movement to kick the British out of India. Он вовлекся в движение Ганди для того, чтобы выдворить англичан из Индии. And he didn't have so many good experiences with sadhus. И у него не было очень хорошего опыта общения с садху. His father was named Gaur Mohan Day. Его отца звали Гаур Мохан Дэ. And as typical of householders, his father would have Rajani, his wife, cook, and then they would open the door and say, "Any sadhu who's hungry, come to our house and take prasadam." Как типичный семейный человек, он просил, чтобы жена Раджани, чтобы она готовила, и потом они открывали двери и кричали, "Кто голодный, sadhu, заходите, мы вас накормим." So, sadhus would come, bona fide, and some pseudo sadhus, not so bona fide. Эти саду иногда авторитетные, иногда не столь авторитетные приходили. But vidya vinaya sampane brahmani gavi hashtini. We're taught to respect all living entities, especially if they have an interest in getting detached from this world. Но видя виная сампане брахмани гави хастини, мы должны уважать всех живых существ, особенно те, которые стремятся к Богу. So some not so sadhu sadhus would come. Итак, не слишком саду приходили. And little Abai, later to become our Prabhupada, he would see this. You can see. If you're sincere, you can tell the real from the unreal. И маленький Абхай, который позднее стал Прабхупадой, он видел, это было очевидно, что они не слишком, эти саду. Prabhupada had a friend in college, and his friend said, "There's this sadhu who's come to Calcutta. He's giving lectures." Прабхупада в колледже, у него был друг, и этот друг сказал, один саду приехал в Калькутту. He's come from Navadvip. Приехал из Навадвипа. His name's Bhaktisiddhanta Saraswati. Его зовут Бхактисиддханта Сарасвати. Let's go hear him speak. Пошли послушаем, что он говорит. Prabhupada said, "No way. I've had enough of these sadhus." Прабхупада сказал, "Да не, я уже видел этих саду. Достаточно." And his friend said, "No, I think this one's real." А друг сказал, "Нет, я думаю, что этот настоящий." So of course, Prabhupada was open to
hearing from real sadhu, but he said, "No, they're all like, they all say that." Прабхупада, конечно, он был заинтересован, чтобы послушать истинного саду, но он сказал, да, я знаю, они все такие. So Prabhupada told us his friend dragged him to the meeting. И Прабхупада сказал, ну, на самом деле этот друг просто затащил меня туда. Ultadanga, it was in a big building in downtown Calcutta on the rooftop. Ultadanga, это в центре Калькутты, там был дом, и на крыше они встретились. He dragged Abhay up the stairs. Он затянул Абхая по ступенькам. No, I don't want to go. I don't want to go. Не хочу. This is a real one. I promise you. Нет, не хочу идти. Я обещаю тебе, это настоящее. Нет. So they came up the stairs on the rooftop, and because the etiquette is always there, even today, people respect a sannyasi. Prabhupada bowed down when he saw Bhaktisiddhanta Saraswati. Итак, друг затащил его на крышу и. Поскольку этикет такой, что вы должны поклониться саду, Абхай поклонился. What did Bhaktisiddhanta Saraswati say to him? И первое, что сказал ему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. You look like a nice educated boy. Why don't you take up the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu and preach it in the English-speaking language? Like, what? И первое, что сказал ему Шрила Бхактисиддханта, вы, похоже, образованный человек, почему, молодой человек, почему бы вам не начать проповедовать послание Господа Чайтани англоязычным людям? Что? The devotees say that Prabhupada hadn't even sat up yet, he was still offering his obeisances. Преданные говорят, что Прабхупада услышал это еще тогда, когда он еще даже не поднялся, еще предлагал только поклон. So then Prabhupada said, yes, but it's more important we kick the British out of India first. Прабхупада сказал, да, но более, наиболее важно это выдворить англичан из Индии. And his future guru said, no, it's more important that you become Krishna conscious. Его будущий гуру сказал ему, нет, наиболее важно, чтобы ты стал сознающим Кришну. So there was some discussion. Итак, у них был разговор. And when they left the meeting, и когда они уже ушли, his friend, he turned to Prabhupada and he said, our Prabhupada, he said, so what do you think of that sadhu? И друг его обернулся к Прабхупаде и сказал, ну что ты думаешь по поводу этого саду? And our Prabhupada said, he's the right person to take up the mission of Chaitanya Mahaprabhu. И Прабхупада сказал, он подходящий человек для того, чтобы принять миссию Чайтани Махапрабху. All be done by his work. Это все будет сделано на основе его работы, деятельности. И позднее Шрила Прабхупада давал лекцию на день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. He said, at that point, I accepted him as my spiritual master immediately. И он говорит, в тот момент я принял его как своего духовного учителя немедленно. Not officially, he said, but in my heart, after that brief meeting, I accepted him as my spiritual master immediately. Неофициально, но в своем сердце я принял его как своего духовного учителя. So sometimes it doesn't take 2 or 3 years or 4 years to find your guru. Иногда это не требуется 2 или 3 или 4 года, чтобы найти гуру. How do you understand is your guru by their how they speak? Как вы поймете, что это гуру на основе того, что он говорит? When they speak. You have a change of heart. И когда он говорит, ваше сердце меняется. We hear the same philosophy from so many sadhus, but when you hear it from your guru, it's like, ah, now I understand. То есть мы слышим ту же самую философию из уст многих саду, но когда вы услышали это от своего гуру, вас прошибает, а, я понял. Chandrasekhar Acharya, he was looking for a guru. Chandrasekhar Acharya. And he heard Bhakti Charu or our speak. Он слышал от многих, но когда он слышал Бхакти Чару с вами. That's your guru. Он понял. He thought that's my guru. Он подумал, это мой гуру. Someone said, but what about no? Ах, как насчет нет, нет, вот этот. But what about no? Как насчет вот нет? That's my guru. Вот мой гуру. Shabda Brahma, it's the sound vibration by Krishna's arrangement. It goes to the heart. Shabda Brahma по устройство, потому как это устроил все Кришна, это проникает в сердце. Think, I want out of this place. И вы начинаете понимать, я хочу выбраться из этого места. We gotta get out of this place if it's the last thing we ever do. It's an old song from the 60s. Есть такая песня, я хочу выбраться из этого места. And where do you want to go? И куда? My guru is speaking about the spiritual world. He's your guru? Yeah, he's speaking about the spirit. I want to go there.
Гуру говорит о духовном мире. Я хочу отправиться туда. And if you say, will you take me? Ah, come along. Вы говорите, возьмете меня? Да. Two things are needed. Две вещи требуются. To become Krishna conscious. Стать сознающим Кришну. The bona fide spiritual master. Истинный духовный учитель. And the bona fide disciple. И истинный ученик. We're looking for the bona fide guru, but are you bona fide disciple? Мы ищем авторитетного гуру, но являетесь вы авторитетным учеником. There's so many authorized choices at this festival here. Есть столько возможностей выбора авторитетных гуру в этом фестивале. My God brothers here are worshipable. Все мои духовные братья достойны поклонения. Why, which one? What about you? А как насчет вас? Are you a bona fide candidate to be a disciple? Являетесь ли вы авторитетным кандидатом для того, чтобы стать учеником? That's the real question. Вот это настоящий вопрос. We have to work on ourselves to become so. Just like marriage, if the man is potent and the woman is fertile, a baby will come. Итак, мы должны поработать над собой, как, например, это в браке. Если мужчина способен зачинать, а женщина способна зачать также ребенка, то тогда это происходит. Sometimes in marriage, a child doesn't come because either the man's impotent or the woman is not fertile. It's unfortunate, it's just that's how nature is sometimes. Иногда по тому, как это устроено природой в браке, либо мужчина импотент, либо женщина бесплодна, и зачатие не происходит. What to do? Что поделаешь? Prabhupada said, don't be surprised if things go wrong. He said, be surprised in this world if things go right. Прабхупада говорит, не удивляйтесь, если что-то не получается. Удивляйтесь, если что-то получается. But the point is, for baby, conception too. So for the seed of bhakti to be placed in the heart by the guru at the moment of initiation, the disciple has to be fertile, the disciple has to be sincere. Yes, I have material desires, but I want to get rid of them as fast as possible. Bistro, quickly. Итак, точно так же, как для зачатия ребенка требуется двое способных на это, точно так же, когда приходит время инициации, и когда ученик должен принять бхактилата биджу в своем сердце, то он должен быть готов на это, и он должен принять решение. Я хочу выбраться отсюда как можно быстрее из этого мира. Life is short, and then you die. Жизнь коротка, и потом мы умираем. So you have to speed up your spiritual life. Итак, нужно ускорить свою духовную жизнь. You have to find someone. И нужно найти кого-то. Somebody qualified. You should pick one. Есть столько квалифицированных, вы можете выбрать. Like Prabhupada told one of my godbrothers, there's so many pretty girls here. There's so many qualified girls. You choose one as your wife. Как Шрила Прабхупада сказала моему духовному брату, есть столько замечательных, прекрасных девушек, выбери какую-то. Because life is short. Жизнь коротка. Дурлабе садгурунам ча сакрит санга упастите тат анюджа яда лабда садикша варашо махан. If by chance or good fortune one gets a guru, если благодаря удаче или случайно как-то человек обретает гуру, it doesn't matter whether one is in a temple or in the forest. Неважно, в храме или в лесу. If the spiritual master agrees, one should take initiation immediately. Если духовный учитель согласен, ученик должен принять инициацию немедленно. Without waiting for a suitable time or place. Не ожидая подходящего времени или места. I found Prabhupada quoted that 5 times. Я обнаружил, что Шрила Прабхупада цитировал это 5 раз. Of course, we in our institution we have certain laws, certain rules and regulations, so that the process goes smoothly. That we're assured that the candidate is qualified and we're assured that the spiritual master has confidence in that. So we have our pranam mantra, then you wait a couple of years and you get recommended. So that's there. Безусловно, в нашей организации, в нашем движении мы имеем определенное устройство, и для того, чтобы все совершалось правильно и постепенно, вы должны получать пранаму мантру, вы должны ждать несколько лет, чтобы потом получить инициацию. But the point is that one should accept. Чтобы духовный учитель был уверен. Но суть заключается в том, что необходимо принять. It means the
the beginning of the end of your material existence. Это предполагает начало конца вашего материального существования. And the most important day in your existence since you left the spiritual world. И это наиболее важный день за все то время, с тех пор, как вы оставили духовный мир. Is when you take the day of your diksha. Это день вашей дикши. It's a transcendental contract. You'll serve Guru, and Guru will serve your interest to go back to the spiritual world. Итак, вы подписываете трансцендентный контракт. Вы служите Гуру, Гуру помогает вам вернуться обратно. That the spiritual master will have you, your name in his mind. И так духовный учитель будет помнить ваше имя, держать его в своем уме. Yesterday I was searching the internet and I found Prabhupada's personal notebook, which he wrote in. He typed in the names of all his initiated disciples. И вчера я в интернете нашел записную книжку Шрилы Прабхупады, в которой он записывал духовные имена своих учеников инициированных. I didn't know Prabhupada had a notebook. Я не знал, что у Шрилы Прабхупады была такая тетрадь. And in those days there was no printers, there was just a typewriter. So Prabhupada typed in the names of all his initiated disciples as they were coming forth through the years. Шрила Прабхупада, в те времена не было еще принтеров, и Шрила Прабхупада на печатной машинке впечатывал туда имена своих инициированных учеников, когда он их инициировал. It's a dark brown book, and through the internet you could go through the pages, and there was from A to Z initiated disciples. I was, wow, I have to go to the page which says I. Это такая коричневая тетрадка, и там она алфавитка. То есть вы можете выбрать от A до Z, от А до Я. И я искал так быстрее, где страничка, которая начинается с I, Индрадюна. Page 1, 2, 3, 4, 5. I went to 60 pages. 60 страниц я пролистал. Oh no, my name's not there. Мое имя нет. 70 pages. 70 страниц. And finally on page 77. В конце концов, на странице 77. There it was, typed by Prabhupada. Indradyumna Das, initiated, Detroit. Прабхупада напечатал Индрадюмна Дас, инициирован в Детройте. I was just like, oh my God, OMG, oh my God, this is one of the best days of my life. Prabhupada typed my name. Я подумал, о Боже, Боже мой, это лучший день в моей жизни, Прабхупада напечатал мое имя. It can never be contested. Maybe he was, maybe he wasn't. Go to page 77. Уже никто не будет, right there, Baba. Не будет возражать. Вон там, посмотри, на 77-й странице мое имя. So, the relationship between spiritual master and disciple is an exchange of knowledge. The spiritual master gives us divya gyan. That's the connection, really. Итак, взаимоотношения между учителем и учеником основаны на знании. Духовный учитель дает дивья гьян, трансцендентное знание. A baby gets nourishment from the mother through the umbilical cord. Ребенок, плод получает питание от матери через пуповину. So our spiritual lives are nourished by the knowledge we get from our guru. Therefore, we have to hear from him regularly. Наша духовная жизнь питается благодаря знанию, которое мы получаем от гуру, поэтому вы должны регулярно слушать его. And we get instructions. И мы получаем наставления. Do this, don't do that. Делай это, а вот это не делай. That's called rules and regulations. The rules are the do's and the regulations are the don'ts. Правила и предписания, то есть правила и запреты. So here today we see that Dhruva Maharaj is getting his first instruction, actually his second instruction. И здесь мы видим, Друва Махарадж получает первое, на самом деле второе уже наставление. The first instruction we spoke about the other day, Narada Muni told him, you bathe in the Jamuna River three times a day. Первое наставление, что Нарада Муни сказал ему, ты трижды омывайся в Ямуне. That's a nice instruction. В день, хорошее наставление. Because externally you become clean and internally you become purified. И если вы очищаете снаружи, внутри также это помогает очищению. Today, if you're listening carefully, he's saying, be a yogi. Сегодня, если вы внимательно слушали, он говорит, стань йоги. You've left the city, that's good.
Ты ушел из города, это хорошо. Sit in the forest on a deer skin in the lotus position. Садись в лесу на оленью шкуру в позе лотоса. Control your mind, control your senses. Контролируй свой ум и чувства. Don't eat too much, don't eat too little. Не ешь слишком много, не ешь слишком мало. Don't sleep too much, don't sleep too little. Не спи слишком много, слишком мало. Don't cut your hair, don't cut your fingernails, don't waste time. Не стриги свои волосы, не стриги ногти, не трать свое время. Celibate in your body, celibate in your mind. Сохраняй целибат на уровне тела и на уровне ума. And meditate on the primeval transcendental sound. Ом. И медитируй на этот изначальный трансцендентный звук Ом. And be fearless. Будь бесстрашен. Because sometimes in the forest the tigers would come and eat the yogis because the yogis aren't moving. It's an easy meal. Mahaprasad, Govinde. Потому что иногда, будь бесстрашен, потому что иногда тигры в лесу, они могут прийти и съесть йоги. Это легкая добыча. Prabhupada had a friend, his name was Bhagaji. Balaji? Bhagaji was a friend of Prabhupada's. Bhagaji был друг Prabhupada. And Bhagaji told me, I met him when he was living, Bhagaji told me when he came to Vrindavan in 1929, Raman Redi was full of tigers. Он рассказал мне, что когда он приехал во Вриндаван в 1929 году, на Раман Реди во Вриндаване было полно тигров. Now even the peacocks have left because of all the construction. А сейчас там уже и павлины все ушли оттуда, потому что там столько стройки. But when he came to live in Vrindavan, that was kind of a jungly area, and he said there was tigers. Когда он в то время приехал, чтобы жить во Вриндаване, то там было полно тигров. And sometimes the tigers would come and eat the sadhus when they were just sitting chanting their 64 rounds. И иногда тигр приходил и съедал саду, который повторял, сидел и повторял свои 64 круга. Especially at night. В особенности ночью. So I said, how did you survive? Я спросил, как вы выжили вообще? He said, we learned a trick that we would sleep inside the grass hut. И мы, он говорит, мы научились, мы спали внутри соломенной хижины. But outside the grass hut, we would have a big pot, a brass pot, of warm milk with gur, with sugar in it. Мы, но вне этой хижины мы ставили большую миску с теплым молоком, в котором был растворен гур. And the tigers would come because they knew, oh, they like the human meat. Once a tiger tastes human flesh, he can't eat any other type of flesh. He's attached to that human flesh. И тигр, когда приходит, если он раз хоть раз попробовал человеческую плоть, он больше уже не хочет есть ничего другого, он только охотится за человеком. So the tiger would come to eat us, but before coming in the hut, he would smell that milk, and he would drink that milk and become fully satisfied and go away. Но тигр, когда он приходил, он перед тем, как вломиться в эту хижину, он чувствовал по запаху молоко с гуром, с сахаром, и он начинал его лакать, и он полностью удовлетворялся и уходил. So, yeah, yoga. Йога. There's a risk in yoga. Это йога. He also told us that from Vrindavan proper, where we have our temple, out to Govardhan Hill, it was all forest. И он рассказывал, что от нашего храма, от того места, где находится сейчас наш храм, и до Говардхана, все это было покрыто полностью лесом, джунгли. Now it's just fields where they grow, you know, vegetables and rice. А сейчас это все поля, на которых выращивают рис и овощи. He said before there were these big trees. He said you could walk from Krishna Balaram Temple, where we are now, to Govardhan Hill. There was so thick the forest, you couldn't see a ray of sunlight on a sunny day. Он говорит, что джунгли от нашего храма до Говардхана простирались такие густые джунгли, что в солнечный день вы не могли видеть там света солнца. How Vrindavan has changed. Огромные деревья там были. Насколько изменился Вриндаван? Van means forest. Van — это лес. So Vrindavan means the forest of Vrindadevi, one of
Radharani's assistants. Итак, Вриндаван — это лес, деревья Вриндадеви, где, которая является помощницей Радхарани. Where are the forests now in Vrindavan? А где сейчас лес во Вриндаване? Kali-yuga is advancing so quickly. Кали-юга продвигается вперед. This is where the yogis would sit and do yoga. Итак, вот в таких местах йоги сидели и совершали свою йогу. So it's a valid instruction he's receiving. Итак, он получает очень важные наставления. But if you were listening carefully, in the very first paragraph, Papa said, "Not now." Но если вы внимательно слушали, в самом первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит, но не сейчас. Очень редко в наше время можно обрести успех при помощи йоги. Но человек может достичь совершенства. Потому что цель-то жизни остается той же. И она всегда будет always такой. Was and always will be. Она всегда была и всегда будет такой. Use your life to become Krishna conscious. Используйте свою жизнь, чтобы стать сознающими Кришну. So what to do? Итак, что же делать? You chant, you dance, and you hear some katha and you feast. Танцевать, слушать катху и пировать. I'm glad I wasn't born in Satya Yuga. Я рад, что я не родился в Сатья-югу. I'm glad I wasn't born in Treta-yuga. Я рад, что не родился в Трета-югу. I'm glad I wasn't born in Dvapara-yuga. Я счастлив, что я не родился в Двапара-югу. I'm glad I was born in Kali-yuga. Я рад, что я родился в Кали-югу. Because all you have to do is chant and dance in ecstasy, hear a little half-hour class, and fill yourself up to the neck with prasadam. Потому что все, что вы должны делать, это вы должны петь, танцевать, послушать получасовую лекцию и натолкать себя по горло просадом. Единственная опасность заключается в том, что уровень холестерола у вас повысится в крови. Maybe you sprain your ankle, twist your ankle. Ну, может быть, вы вывихнете там запястье или колено. Or you fall asleep in the lecture and you miss the message. Или, может быть, вы просто заснете на лекции и пропустите послание. But there were real dangers in practicing yoga in the old days. Но в те дни практиковать йогу было реально опасно. Not just the tigers. Не только тигры. Prabhupada told us in Geneva, Switzerland, in one class. В Швейцарии, в Женеве, однажды на лекции Шрила Прабхупада рассказывал нам. He said there was a problem with that yoga system. С этой системой йоги также была проблема. Because the Vaishnavas they focus on the supreme personality of Godhead in Goloka Vrindavan. Потому что Вайшнавы сосредотачиваются на верховной личности Бога на Голоке Вриндаване. The Brahmanandis they focus on the all-pervading energy of Krishna, the Brahman. А Брахмананди сосредотачиваются на всепроникающей энергии Кришны, на Брахмане. But the Vaishnav, the yogis, they meditate on the Lord in the heart. Но йоги медитируют на Господа в сердце. That's their aim is to realize the super soul within the heart. Это их цель — постичь сверхдушу в сердце. But Papa said more often than not, when after so many thousands of years of meditation. Но Шрила Прабхупада говорит, представляете, после тысяч лет медитации. They actually saw the super soul within the heart. Они видят, действительно, реально видят сверхдушу в сердце. They mistakenly thought, that's me. И они по ошибке думают, вот это я. There's the super soul. With four arms. Сверхдуша с четырьмя руками. Bluish black like a monsoon cloud. Цвета голубого, темного, синего облака. Standing on the whirl of a lotus flower. В сезон дождей, стоящий на цветке лотоса. Directing the wanderings of all living entities. Направляющее движение всех живых существ. There's God. Это Бог. And the yogi thinks. А йоги думает. Ah, finally I get to see myself. О, наконец-то я увидел себя. I am God. Я Бог. Prabhupada said that. Прабхупада говорит так. They become they go off course. They get. Они отклоняются от курса. Very danger. Очень опасно. We say in Hindi, very danger. Очень, очень. Another thing, another danger is that. That particular type of yoga, you develop mystic powers. Еще одна опасность заключается в том, что практикуя такую йогу, вы развиваете мистические силы.
Everyone has the potential for mystic power. Все имеют потенциальную способность к этому. Because once we wash away all the dirt, the lust, the anger and greed, the power of the soul, boom, it becomes manifest. Потому что когда вы очищаетесь от всей этой грязи, от похоти, жадности, то могущество и сила души проявляется. The soul appears in its full glory. И душа проявляется во всей своей славе. No longer dragged down by the material energy. Ее больше не стаскивает материальная энергия. This material energy is dragging us down, exhausting us. Материальная энергия стягивает нас, истощает нас. Like the phoenix, the soul rises in all its power and all its glory. Как феникс, душа расцветает и восстает во всей своей славе. I heard Prabhupada say the pure devotee possesses all mystic cities. Он говорит, что Прабхупада говорит, что чистый преданный обладает всеми восемью сиддхами. The pure devotee has all mystic cities. Он имеет все мистические силы. Чистый преданный. Летать. Walk on water. Мельчайшего стать, ходить по воде. Prabhupada said that the pure devotee doesn't exhibit them because he doesn't want people to follow him for that reason. He wants people to follow him for the knowledge he's giving. Но Шрила Прабхупада говорит, но чистый преданный не проявляет их, потому что он не хочет, чтобы люди следовали ему на основе этого. Он хочет, чтобы люди следовали ему на основе знания. Yamuna Devi relates in her book, she was taking a morning walk with Prabhupada outside of London. Ямуна Деви пишет в своей книге, что однажды они были на прогулке со Шрилой Прабхупадой в пригороде Лондона, на утренней прогулке. And they were walking in those big rubber boots, we call those Wellington boots. И они ходили, они носили вот эти вот резиновые ботинки, которые Wellington назывались. And you squish, squish, squish in the mud. Они чавкали. Leaving these big holes where your огромные вот эти вот foot was, you know, the mud, you know? По грязи они шли в этих огромных ботинках. They're walking along and she hears her boots squishing, but she doesn't hear Prabhupada's boots squishing. И она идет и слышит, что ее ботинки чавкают в грязи, а у Прабхупады нет. Then she looks back and she sees her footprints in the mud, but there's no footprints where Prabhupada's. И она оглядывается и смотрит, сзади цепочка ее следов, а следов Прабхупады нет. She said, "Prabhupada, there's no footprints in the mud. You weren't. Where's your footprints?" И она говорит, Прабхупада, ну что-то ваших следов сзади нету в грязи. It's like Prabhupada was floating or something. Как будто Прабхупада по воздуху. So Prabhupada just looked at her and said, "Yamuna, you don't know who I am yet." Прабхупада сказал, Ямуна, ты еще не знаешь, кто я. When the altar, Prabhupada was attending to the deities in the installation of Radha Landanishwara, they were on a table, and Prabhupada was back there personally making some arrangement, and the table crashed, or the altar, whole thing crashed, and Prabhupada had to hold that for about a minute before the brahmacharis ran up on the altar and helped him. He was holding up Radha and Krishna and the table by his own strength for about 90 seconds. How is that possible? Когда Шрила Прабхупада, 75-year-old man. Когда Шрила Прабхупада участвовал в установлении божества Радха Лондон Ишвара, то алтарь в какой-то момент начал падать, и божества стояли на таком постаменте на столе, и Шрила Прабхупада сам лично где-то минуту держал этот стол, удерживал. И как это возможно, такую тяжесть было удерживать? Он был 75-летним человеком. So my point is that pure devotees have these powers, but they're not really interested. It's nothing compared to pure love of God. Итак, что я хочу сказать, что чистый преданный обладает всеми этими силами, но не заинтересован в них, он заинтересован в чистой любви к Богу. It's nothing compared to pure love of God. Нет ничего, что может сравниться с чистой любовью к Богу. Like a child plays with the gross energy, dolls. The yogis, they play with the subtle energies of this material world. But it's all child's play. Так же, как ребенок играет с грубой материей, с игрушками из грубой материи, так же йоги играет с тонкими энергиями этого материального мира. Но все это игрушки. You're just playing with the material energy.
Он играет с материальной природой, энергией. It's the same principle. Тот же самый. Child plays with the material energy, and a yogi, but it's all material. Ребенок играет с материальной энергией, йоги тоже. Чик-чик. Ну, это все материально. Spiritual begins when you give up your attachments to this world and you begin to serve Krishna, the Lord of your heart. That's spiritual. Духовное начинается, когда вы оставляете этот материальный мир и начинаете служить Господину своего сердца, Кришне, духовном. Yogis are just playing. Йоги просто играют этим. Like, really? What, is that going to take you back to Godhead? Это что, поможет вам вернуться обратно домой к Богу? So many lifetimes of penance and austerity to walk on the water. Столько жизней, аскез и эпитимии для того, чтобы ходить по воде. Prabhupada told the story there was once a boatman and he was sitting in his boat waiting for some customers. Прабхупада рассказывает историю об одном лодочнике, который сидел в своей лодке и ждал пассажиров. And from the other side of the lake, a yogi walked on the water. А с другой стороны, с другого берега, по воде прошел йоги. He walked on the water to where the boatman was. И он по воде подошел к лодочнику. And as a yogi passed by, he said, "How do you like that?" Йоги. The yogi said to the boatman, "How do you like that? I just walked across the lake." И йоги обратился к лодочнику. Ну, как тебе? Видишь, я по воде. So the boatman said, "Yeah, but it took you 50 lifetimes to learn how to do that." И лодочник сказал, ну, у тебя это заняло 50 жизней научиться ходить по воде. If you sit in my boat, I can take you across the lake for 1 rupee. А я могу тебя перевезти, просто сядь здесь на лодку, я тебя за 1 рупию перевезу. Of course, we respect them because. Конечно, мы уважаем их. Prabhupada was at the Kumbh Mela. Прабхупада был на Кумбхамеле. That big religious function they have, the Kumbh Mela. Вы знаете, это большой религиозный такой фестиваль. All the sadhus come from all over India for a month as sadhu sangha. Все саду сходятся со всей Индии для того, чтобы участвовать целый месяц в саду санги. They walk, they come in horses, they came on elephants in those days. Они идут, они на конях, некоторые на повозках, некоторые на слонах приезжают. And Prabhupada and his disciples were down at the Ganges River very early in the morning getting ready to take a bath. И Прабхупада со своими учениками был там на берегу Ганги рано утром для того, чтобы омыться. It's a true story. Истинная история. And they were standing there, and all of a sudden, this little boy is giggling, like, you know, like 6 or 7 year old boys. They came out of the river. И они там стояли, и вдруг из воды прямо из реки вышел маленький мальчик, 6-7 лет, просто улыбается. Prabhupada's servant said, "Prabhupada, I didn't see those boys bathing in the river. It's been very quiet here. Nobody's been in the river since we got here." Ученики спросили: "Прабхупада, но мы не видели этих мальчиков. Они тут не омывались в реке. Тут никого вообще не было." Those boys just came out of the water. Эти мальчики просто вышли из What's воды. Going on? Что происходит? Prabhupada chuckled. He laughed. Прабхупада улыбнулся, засмеялся. He said, "Yes, they're all mystic yogis." Да, он сказал, это все мистики, йоги. They're hundreds of years old. Им сотни лет. But they appear like little children, so that. Иногда в некоторых местах они появляются как маленькие and дети. And they enter the Ganges up in the Himalayan mountains, and by their mystic powers, they travel through the river to get to the Kumbh Mela. Они входят в воду в Гангу высоко в горах в Гималаях, и они выходят здесь. So просто путешествуют по реке. Yeah. They have mystic powers. They come through the river by their mystic powers. Просто через реку они сразу выходят моментально. Они имеют такие мистические силы. That devotee ran after those little boys. И этот один преданный, он побежал за этими маленькими мальчиками. But when he got around the corner, there were just these old yogis walking along. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. И когда он забежал за угол, он увидел там уже не маленьких мальчиков, а старых йоги, которые Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. So. It's a fact. Mystic cities, they're there. It's a fact. Да, это факт. Мистические ситхи существуют.
Бхактивинода Тхакура's grandfather had mystic powers. Дед Бхактивинода Тхакура также обладал таким могуществом. His grandfather. Его дед. When it came time for his grandfather to leave this world. Когда подошло время, его дед должен был уходить из этого мира. He called all the family to come. Он созвал всю семью. Because one of these mystic cities is you can choose the moment that you want to leave this world. И потому что одно из его могуществ заключалось в том, что он мог выбрать момент, когда он будет уходить. These days are gone. Эти дни уже Hello, Sudra Sambhavan. Everyone ушли. Is covered Sudra by ignorance in this age. Kalau Sudra Sambhava. В этот век все рождаются шудры. But you know, we were able to see or hear a few of these things in our lifetimes. Ну так или иначе, мы способны были видеть или услышать об этих вещах. So Bhaktivinoda Thakur's grandfather came, I think. Bhaktivinoda Thakur, Kedarnath Dutt at that time, he was 11 years old. И в то время, когда дед его уходил, Бхактивинода Такуру, его звали еще тогда, Кедарнат Датта, было 11 лет. И он рассказывает, как его дед сидел в позе йога. Ему было где-то 102 года. All the family's there. Вся семья собралась. And he's, now I will leave. А сейчас он сказал, я буду уходить. And Bhaktivinoda Thakura writes that everyone present saw the soul leave from the Brahmarandra. Brahmarandra is that little weak point in your skull, like when you're a baby, you're born to get out of the womb of your mother, and your skull has to be compressed. So then when you come out, it expands, but there's a little skin here, and it takes a while for the skull to grow back, to grow there. That's called the Brahmarandra. From the Brahmarandra, everyone saw the soul of his grandfather leave. And go into the sky. И все родственники, все заметили, что из Брахмарандры, здесь на черепе есть родничок, такое место, которое мягкое у маленьких детей, потому что когда ребенок выходит из утробы матери, его череп должен сдавиться, сжаться, значит, он не выйдет. И когда он выходит, его череп сдавливается, и когда он рождается, его череп опять расправляется, и там есть мягкое место, покрытое лишь кожей. Это называется родничок или Брахмарандра. И вот все видели, что из Брахмарандры вышла душа и удалилась в небо. These things happen. Это происходит. And to some degree, they are probably still happening somewhere in India, but less and less. И по всей вероятности в каких-то местах в Индии это и по сей день происходит, но все меньше и меньше. But you, my dear devotees, can achieve something even greater. Но вы, мои дорогие преданные, вы можете обрести нечто даже большее. You can go all the way back home, back to Vaikuntha, and beyond Vaikuntha, or within Vaikuntha, you can go to the highest planet in the spiritual sky, Goloka Vrindavan, which is the playground of God, and you can play with Krishna forever and ever and ever. Но вы можете вернуться обратно домой к Богу, даже не просто в духовный мир, вы можете достичь наиболее высокой сферы духовного мира, Голоки Вриндавана, и там играть вместе с Богом вечно, благодаря процессу преданного служения. Therefore, Krishna describes, because you can achieve the highest goal, Bhakti-йога is the highest yoga. И поскольку вы можете достичь наивысшей цели, поэтому бхакти-йога считается наивысшим методом. Йогинам апи сарвешвам маткатен антаратмана шраван бажате йомам саме юкта маномата. And of all yogis, Итак, из всех йогов, the one with great faith who always abides in me, тот, кто с великой верой всегда поклоняется мне, thinks of me within himself, думает обо мне в своем сердце, and renders transcendental loving service to me, и совершает трансцендентное любовное служение мне, he is most intimately united with me in yoga, наиболее близко связан со мной в йоге, and is the highest of all, является наивысшим из всех. That is my opinion. Таково мое мнение. That's God's opinion. Это мнение Бога. So all the yogis in this net. Все эти йоги. Krishna's opinion is it's better to go back home, back to Godhead, because the yoga system can take you to higher planets. Мнение Кришны такого, что лучше быть занятым в бхакти-йоге, потому что это вас может увлечь на самую высшую планету. It said if one remains celibate, if a brahmachari remains celibate his whole life,
he's guaranteed to go to Brahmaloka. Если брахмачари остается, если брахмачари сохраняет целибат на протяжении всей жизни, может быть, он может достичь Брахмалока. Wow, that sounds pretty attractive. I can go to the sun, the moon. I can go see Saraswati, Surya Bhagavan, Lakshmi. Я, ну, это выглядит привлекательно, конечно. Я могу отправиться на солнце, на луну, Сарасвати, на любую планету, к Лакшми. Нет. Нет. No. Say in Russian. Скажите по-русски. Do you speak Russian? Вы говорите по-русски? Нет. I'm not saying, I have my California accent. Извините меня за мой калифорнийский акцент. Абрама Бхувана Лока Пунар Арвиту Арджуна Мамо Петити Кунтия Пунар Джанма Навидьяте. From the highest planet in the material world, Брахмалока, down to the lowest, Паталлока, all are places of misery. Все, все эти планеты, начиная с Брахмалоки и заканчивая Паталлокой вниз, все это, все они места, где повторяется рождение и смерть. Krishna's not impressed really by the yogis. Вы не можете, йоги не могут впечатлить Кришну. Of course, you know, it's a step in the right direction. Конечно, это шаг в нужном направлении, правильно? But what he really likes is the love of his devotees. Но что ему действительно нравится, ему нравится любовь его преданных. Just like if you come before your wife and you do some aerobics, you're like, watch this, my dear wife, and you do some jiu-jitsu and that. Как, например, вы предстанете перед своей женой и начнете ей показывать разную там аэробику. And but then you come and you offer a nice flower and you say, I love you. What's going to impress her more? Или вы подходите к ней и достаете цветок и говорите, предлагаете ей, даете ей и говорите, я люблю тебя. Что ее впечатлит больше? So Krishna is the supreme lover. That's our concept of God. He's the supreme, the divine lover. Итак, Кришна является верховным возлюбленным. Это наша концепция Бога. What impresses them more, the yogic asanas, the doggy dog, and the this and the that, and or if you come with a fruit or a flower or a leaf and you say, my dear Lord, I have nothing, but I love you. Please accept this flower. It's going to impress him more. Что Кришну больше впечатлит? Йоги, который сидит в позиции, там какое-то положение, медитирует, либо когда вы предлагаете Кришне на ладони цветок, говорите, дорогой Господь, у меня больше ничего нет, пожалуйста, прими это. He says in Gita, I can be understood as I am through the process of devotional service, and by such devotion, one can enter the kingdom of God. Он говорит в Бхагавад-гите, что меня можно постичь на основе чистого преданного служения, и благодаря этому ты можешь войти в царство Бога. In the 11th canto of the Bhagavatam, Krishna says to Uddhava. В 11-й песне Бхагаватам Кришна говорит Удаве. Абрама Бхувана Лока, the highest planet. Самая высшая до самой низшей планеты. Krishna says to Uddhava, my dear Uddhava. Кришна говорит Удхаве, you may know it from me, дорогой Удхава, знай же, что я тебе скажу. Attraction I feel for devotional service rendered by my devotees. Что моя, я привязан к преданному служению, которое совершают мои преданные. Is not to be attained even by the perfection of yoga. И этого невозможно достичь, даже достигнув совершенства в йоге. Philosophical speculation. Благодаря размышлениям философским. Ritualistic sacrifices. Благодаря совершению ритуалистических жертвоприношений. Study of the Vedas. Изучение Вед. Or giving everything in charity. Либо благотворительности, отдавая все. Krishna says they are nice. Кришна говорит, все это хорошо, это здорово. He gives some credit. They're nice. То есть он дает какое-то, он ценит это, да, but, хорошо. But not as attractive by me as is the devotion of my devotee. Но это не настолько привлекает меня, как преданность моих преданных. You may get mystic powers, you can travel through outer space, but you won't get the association of Krishna. Вы можете обрести мистические силы и путешествовать в пространстве, но вы не получите Кришну. Only by devotion to Krishna. Только благодаря преданности Кришне. Narada Muni said to the Pandavas. Narada Muni сказал это Пандавам. You Pandavas are the most fortunate persons in the world. Вы, Пандавы, наиболее удачливы в мире. The supreme personality of God had appeared in this world. Верховная личность Бога явился в этом мире. And is presenting himself to you as an ordinary human being. И он предстал перед вами как обычный человек.
He is living with you. Он жил с вами. And covering himself to others. И он hiding himself from И он не раскрывал себя как Бог для других. Others cannot understand that he's the supreme Lord. Другие не могли понять, что он является верховной личностью. But he's living with you as a cousin, a friend, and a messenger. Но он жил с вами как друг, как брат, как ваш посланец. So this is the highest realization that Krishna is God and I am His servant that can be achieved through bhakti yoga. И это высшее осознание может быть обретено благодаря тому, это высшее осознание, что я слуга Кришны. And that's why so many yogis eventually become devotees of the Lord. That's why so many brahmanandis, worshippers of the impersonal Brahman, they also become devotees. Поэтому так много йогов становится потом преданными, и так много брахмананди, которые поклоняются имперсональному Брахману, также становятся преданными. And this Dhruva Maharaj will learn at the end. И этому Друва Махарадж научится в конце. He's approaching God for some to fulfill some material desire by the practice of yoga. Он обращается к Богу для того, чтобы удовлетворить какие-то материальные желания. Он практикует йогу. But as we heard, his final realization was, Lord, I was searching for broken pieces of glass, and in your association, I have found a most valuable gem. И в конце концов он поймет то, что я уже цитировал, что он скажет, дорогой Господь, я искал битое стекло, но я обрел бесценный бриллиант. And on that very beautiful realization of Dhruva Maharaj, we will finish the class. Общение с тобой и на этой ноте понимания Друвы Махараджа мы закончим лекцию. In artistic endeavors, it's said that one should always finish on a high note. Артистическое искусство диктует нам заканчивать всегда на высокой позитивной ноте. Like when you're playing a symphony. Как, например, вы играете какую-то симфонию. Dhruva Maharaj ki, Sri Narada Muni ki, Bhakti Yoga ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Shukla Loka Vrindavan Dham ki, Shri Shri Raj Sham Sundar ki, Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Radhe. Спасибо большое. I'd like to very humbly mention that we have a new book out. Я хочу смиренно упомянуть, что у нас вот мы выпустили книгу. It's called very simply Govardhan. Она называется вкратце Govardhan. It's a part of a series of books that will be coming out over the next few years, and the series is called The Traveling Monk in Sacred Places. Это одна из серий книг, которые будут выходить в последующие годы. И она, эта серия называется «Монах, путешествующий по святым местам». So this book is all the lectures I gave on Govardhan Hill for the last 20 years. И в этой книге лекции о Говардхане, холме Говардхан, который я давал на протяжении последних 20 лет. Many chapters of understanding Govardhan Hill from different angles and acharyas and realizations. В многих главах представлено понимание холма Говардхана, которое имели многие ачарьи. Full of many pastimes of Гирирадж. Множество здесь полно игр Гирираджа. And my good friend Ananta Vrindavan has taken so many wonderful photos of Govardhan Hill. Ananta Vrindavan. А мой друг Ананта Вриндаван сделал так много прекрасных снимков. It's just like being at Govardhan Hill. Это все равно, что вы на холме Говардхане, когда вы посмотрите. Whatever you wanted to know about Гирирадж and more, it's in this book. И если вы хотите узнать о Гирирадже больше, то это в этой книге. It took many years to put this together, and it's very beautifully done. И потребовалось много лет для того, чтобы составить эту книгу, и она сделана очень хорошо. If you can't go to Vrindavan this Kartik,
You can just sit in your apartment and during the snow and just read this book. It'll be just like being at Govardhan Hill. Если вы не сможете в этом году на Карчику поехать на Говардан, то вы можете просто сидеть у себя дома, за окном снег, и вы можете читать, и это будет то же самое, yeah, что быть на Говардане. We brought 200 copies to this festival. На фестиваль мы привезли 200 книг. And it's available in a bookstall somewhere in the market. И эта книга доступна где-то на книжной раскладке, на маркете. Anyone who buys a book, I'll personally write a dedication and a signature and a date, so you can remember that you bought this book at the Bhakti Sangam Festival 2019. И каждый, кто купит эту книгу, получит там мою подпись, благословение, посвящение и дату, и вы будете всегда знать, что вы купили, получили эту книгу на Бхакти Сангаме 2019. Actually, any book you buy from my book table, I'll be happy to sign it. На самом деле, любую книгу, которую вы приобретете там на раскладках, мою книгу я подпишу. But this is really special. Но это действительно особенная книга. The next in the series will be the 12 forests of Vrindavan. А следующая книга из этой серии будет 12 лесов Вриндавана. And the third in the series will be Lord Shiva. А третья будет Господь Шива. And more to come, so. И далее будут другие выходить. I'll be sitting there in that in the market in the